Так, ребят, всем привет, это Спанч Боб. И нет, мы не продолжаем играть в игру Fallout. Как бы вам сказать? Смотрите, по протоколу чего? Я по этой игре уже поснимал, не знаю, миллион роликов, наверное. Просто я по ним я понял, что они как-то не прикольные. Плюс Fallout мне не хватит места проходить под 100-500 серий. У меня компьютер не потянет столько, ребят. И вот я закончу. Очень долго. Сразу просто запишу, но только недолго будет видеть. Я просто скажу, как я думаю, задислайкайте это видео, но... Ребят. Как есть, так есть. Ребят, ну реально, прости меня, но я не могу это сделать. Я не могу продолжить игру. Я, может, все-таки буду играть ее. Не на запись, а просто буду сам играть. Вот я сейчас уйду, да, и продолжу играть. Но, ребят, не на съемку уже. Прости меня, пожалуйста. Знаю, что я сейчас играю по 3, но такие же дела и со Skyrim. Мне вот тоже уже не будет ее. Ибо эти две игры, они очень долгие, я их буду долго играть, поэтому про них видео больше уже можно не ждать. Так что Skyrim и Fallout будут. Ну, так сказать. Так что... Вот такие вот новости, очень печальные. Думал, нравится, когда я играл в Fallout, но почему-то я просто передумал. Но будут другие прохождения, летсплей, скоро пойду, пройду, точнее, Surgeon Simulator и продолжу играть The Walking Dead в игру, The Walking Dead сыграл Instinct, а после нее мы уже посмотрим, еще буду играть немного в Tom Star, скоро мы дойдем до 10 дней, что-то будет, не знаю вообще что, так что... Ребят, такое короткое видео, но и плохие в нем новости. Ну и, конечно, с маленькой хорошей новости, то, что я буду проходить The Walking Dead Survival Instinct, но Skyrim и Fallout не ждут. Я думаю, многим понравилось то, что я в него играл, но, простите, все так. Так что, с вами был Спанч Боб, всем пока.